Это я вас пригласил. Наш фонд существует при ЮНЕСКО 1974 года и финансируется частными лицами. Вы отправитесь в Керженский заповедник. Это Поволжье. В заповеднике находится вымирающая деревня Калитина. В деревне заброшенный храм. В храме редкая фреска святого Христофора. Святой изображен с собачьей головой. Его, кстати, так и зовут – Псоглавец. Фреску нужно законсервировать и снять со стены, соблюдая технологию и все предосторожности.